Мое имя Андриан. Я являюсь писарем в Троице-Сергиевской лавре. Сегодня 30 июля 2027 года. Я записываю это в надежде, что кто-то найдет эти записи. Чувствую приближение своей кончины. Я нахожусь в подземелье и не знаю ничего о том, что происходит снаружи. Ослаб. Не ел и не пил уже много времени. Четыре дня назад в городе стали массово пропадать люди. Одному только Богу известно, что случилось с ними. Одни прихожане рассказывали, что видели, как в районе их исчезновения сквозь облака бил яркий луч света. Другие говорили про черный, как смоль, дым. В первый день пропало около 40 людских душ. В городе начали беспокоиться, но значения не все придали. Ночью начался настоящий ужас. Нечто спустилось на землю с небес и стало забирать людей с собой, невзирая на возраст и пол. Многие уже тогда, ничего не понимая, в ужасе убегали из города. К утру исчезло около 10 тысяч человек. Город словно обезумел, все стали его покидать. Людской страх смешался с ужасом. Это было словно наступал конец света. Я отправился в Гефсиманский Черниговский скит, чтобы настоятель разрешил мне покинуть город с остальными. Но он лишь молча стоял на берегу и смотрел на реку. Мне стало ясно, что город я не покину. Вторую ночь я провел в подземелье скита с остальными. Мы поддерживали друг друга. И тут неожиданно все подземелье ослепил яркий свет, который был словно из ниоткуда, а затем... Я не помню, что было дальше. Когда я проснулся, то обнаружил, что нахожусь в сундуке. Я вылез и начал всех искать по скиту, но никого не было. Никого. Вся братья исчезла, словно ее и не было. Светило яркое солнце. Я отправился в лавру, но все было мертво. В Сергиевском посаде не было никого. Я сел в машину и попробовал выехать из города, но машина остановилась прямо на выезде из города. Я пошел пешком и наткнулся на невидимую стену. Чертовщина. Пешком добрался до лавры. Забрался в подземелье и решился на отчаянный шаг. Я взял кирпичи, развел раствор и заложил единственный вход. Все пусто. Все тлен. Почему это происходит? За какие грехи мне все это? Город опустел. Я, скорее всего, один остался, поскольку в городе не встретил ни души. Если это страшный суд, или, что еще хуже, конец света, то почему тогда он именно такой? Почему тогда именно этот город, а не какой-либо другой? У меня нет сил больше бороться, Из города Сергиев Посад массово бегут люди. Официальные причины власти называют перевернувшиеся железнодорожные вагоны с плутонием из-за превышения поездом скорости, однако некоторые очевидцы утверждают, что дело абсолютно не в них. В городе за одну ночь по неясным причинам пропало около 10 тысяч человек. Некоторые эксперты говорят о том, что город мог быть атакован неизвестными. Особо смелые предположения даже утверждают наличие инопланетян. Мы будем продолжать следить за событиями в Сергиевом Посаде. Оставайтесь с нами.